Дагестанец Артур Битербиев проведет бой за вакантный титул. Поединок с немцем Энрико Келлингом пройдет 11 ноября в Соединенных Штатах. Разрешение на его проведение дала Международная федерация бокса IBF после того, как получила официальное уведомление о завершении карьеры американцем Андре Уордом. Напомню, что хасавюртовец Артур Битербиев, обладатель титула чемпиона 2014 года по версиям WBA, NABA и IBF –